Пап, это Даша. Очень приятно, Александр. А по отчеству? Да можно без отчества, еще не настолько стар. Линка, ты не говорила, что у тебя папа такой прикольный. А кем он на тебя работает? Ты знаешь, в начальной школе у Алины было сочинение как раз на эту тему. Она написала, что у ее папы профессия деньги зарабатывать. Я думаю, с тех пор ничего не изменилось. К счастью. Да. Дальше я ушел. Давай, пап. Садись. Зачем? Не стоит в вашем возрасте гулять в одиночку по городу. Давай. Том. Тебе куда ехать? Какая разница? Понятно. Ладно.